Фельдшерско-акушерский пункт или ФАП в небольших населенных пунктах всегда крайне необходим. Стоматология, гинекология, педиатрия – любая первая медицинская помощь. В деревне Немчиново такой ФАП можно назвать образцово-показательным. Он у нас работает с 2002 года. ФАП двухэтажный, то есть здесь он не только принимает фельдшеров, соответственно, и там забор анализов происходит, а также есть физиотерапия, есть прием педиатра, прием специалистов по графику. Он больше похож на маленькую поликлинику, говорит Андрей Иванов. Здесь обслуживается 1700 человек. Новое современное оборудование, просторные кабинеты, необходимые медикаменты. Вот здесь мы также вакцинируем, то есть полноценно, кроме спутника, здесь все это делаем мы здесь. Там с, грипп, соответственно, все детские приступы по процедурному. Такие учреждения открываются там, где численность населения превышает 1000 человек, а расстояние до ближайшего населенного пункта достаточно велико. Узкие специалисты принимают по графику, а основную медицинскую помощь оказывают практически круглосуточно. Фельдшер принимает до 15 человек в сутки. Конечно, пользуются спросом ФАП у жителей возрастной категории, в частном секторе, кто живет, потому что им тяжело из-за, допустим, укола какого-то или первичного осмотра ехать в город, ехать в большую поликлинику. Это зачастую требует большего времени, хотя нужна вот такая элементарная процедура, как получить укол или поговорить с опытным врачом и получить какую-то консультацию. В Одинцовском округе насчитывается 15 таких пунктов. 4 из них требуют ремонта и пока не работают. Есть необходимость в медицинском персонале. Для его привлечения врачам предоставляется социальная ипотека, компенсация аренды жилья и другие льготы. Программа по ремонту ФАПов, их оснащению и строительству новых будет продолжена, заверил глава муниципалитета. Полина Бахова, телекомпания «Одинцово».